И в продолжении темы. В Люберцах состоялось расширенное заседание местного отделения «Единой России». На нем рассмотрели реализацию партийного проекта «Городская среда». Добавлю, он реализуется на территории всего Подмосковья. Повышение качества городской среды в регионе – одно из приоритетных направлений для «Единой России». Формирование перечня дворовых территорий, которые должны комплексно преобразиться, неотъемлемо участвуют жители. На сегодняшний день, с момента начала реализации программы, только в Люберцах уже многое сделано. Нам были даны установки по вовлечению в данный проект старших многоквартирных домов. Поэтому сегодня мы говорим о том, что у нас в округе по комплексному благоустройству 69 дворов на 2017 год выполнен. И мы с вами можем сейчас уже видеть, что 100% работ сделано. Теперь народным избранникам нужно сформировать адресный перечень дворов на следующий 2018 год. В этом им помогут старшие по многоквартирным домам, что значительно облегчит задачу. Эта работа, она находится как бы на контроле партии «Единая Россия». И этот проект, он по всей стране, и мы должны идти навстречу, решать вопросы с жителями, потому что городская среда – это самые разные подходы. Это начиная просто от чистой улицы, тротуара, освещения, парковки. Я уже извиняюсь, есть такая позиция, никуда не денешься, это сбор ТБО, вывоз мусора. Это то, что касается повседневной жизни. Все эти вопросы должны, скажем, по программе «Городская среда», должны очень четко решаться. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.